Қайырлы күн, әріптестер. Орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан жұмысымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің баспасөз шарамыз 2023 жылғы 31 тамызда Қазақстан Республикасы үкіметінің номер 748 қаулысымен ерекше. Ол балалардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясат тікелей тәуелді барлық адамдарды біріктірді. Бүгін біз балаларымыз туралы олардың құқықтарын, өмірін зорлық-зомбылықтан қорғау үшін мемлекеттік органдар қандай шаралар қолданатыны туралы білетін боламыз. Саламыздың құрметті қонақтарымен таныстырып өтейін. Уважаемые коллеги, позвольте представить наших спикеров. Вице-министр просвещения Оспан Еділ Сабырович, председатель комитета по охране прав детей Оспанова Насымжан Жамбековна, региональный уполномоченный по правам ребенка по городу Астана Бимендина Асима Темкеновна, представитель детского фонда ООО ЮНИСЕФ в Казахстане Жаманчинов Азамат Кайратович, представитель неправительственной организации Колдау Сағындықов Фарида. Также с нами на прямой связи директор департамента воспитательной работы Министерства просвещения Медетбекова Мерюерт Аскарбековна и ведущий педагог-психолог, руководитель лаборатории социально-психологического сопровождения Карагандинской области Любчанская Татьяна Витальевна. Сонымен, уважаемые спикеры, предлагаю вам провести обсуждение комплексного плана в открытом формате, рассказать о всех новшествах, которые ждут сферу охраны прав детей на ближайшие годы. Жоспардың негізгі орындаушысы оқу ағарту министрлігі болып табылады. Құрметті Еділ Сабырұлы, талқылауды өзіңізден бастасақ, рұқсатыңызбен. Осы ретте балалардың білім алуы және құқықтарының сақталуы турасында айтып берсеңіз. Рахмет. Құрметті дөңгелек үстел қатысушылары, Бұқара ақпарат құралдарының өкілдері, балаларды қорғау, олардың қалыптасуына жан-жақты жағдай жасау мемлекет пен қоғамның басты міндеті. Елімізде 6-7 миллионнан астам балалар бар. Олар халқымыздың 1/3-нен астам бөлігін құрайды. Сондықтан да балаларымызға қамқорлық жасаудың маңызы үлкен. Осы мақсатта мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес оқу-ағарту министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе барлық балаларды зорлық-зомбылықтан қорғау, суицидтің алдын алу және олардың құқықтары мен саламаттылығын қамтамасыз ету жөніндегі 2023-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарды қабылдады. Кешенді жоспарды әзірлеуде сарапшылар, үкіметтік емес ұйымдар, ғылыми қоғамдастықтар өкілдері қатысты. Біздер халықаралық озық тәжірибеге зерделеу жүргіздік. Кешенді жоспардың жобасы түрлі диалог алаңдарында, бұқаралық ақпарат құралдарында бірнеше рет талқыланды. Бірнеше эксперттік қоғамдық талқылаулар, конференциялар өтті. Кешенді жоспар парламент депутаттарының қатысуымен Аманат партиясының алаңдарында талқыланды. Бұл талқылауларда көптеген пайдалы ұсыныстар енгізіліп, біздің осы кешенді жоспарды әзірлеу барысындағы жұмысымызға ол өте өзінің көп көмегін тигізді. Осы сәтті пайдалана отырып, кешенді жоспарды әзірлеуге қатысқан барша мамандарды, мемлекеттік органдарды, сарапшыларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Жоспарды әзірлеу кезінде балалар ортасынан жағдайларына ерекше талдау жүргізілді. Біз статистикалық мәліметтерді зерттедік, балаларға қатысты зорлық-зомбылық туралы деректерді жинақтап, талдау жүргіздік, қауіп факторларын анықтап, және зорлық-зомбылық жағдайларына балаларға көмектесетін қандай ресурстар бар деген сұраққа қатысты үлкен зерттеулер жүргіздік. Бұл талдау бізге басым бағыттарды және нақтырақ қандай салаға басымдық беру керек екендігін анықтауға мүмкіндік берді. Құжатта балалар арасында туындайтын мәселелерді жүйелі шешу мақсатында балаларды зорлық-зомбылықтан қорғау, суицидтің алдын алу және балалардың лайықты әлеуметтік ортада өмір сүруін қамтамасыз ету бағытын сияқты негізгі үш міндетті орындауға қатысты жаңа тәсілдер қолданылды. Бірінші, бұл тәсілдерге айтып өтетін болсам, бірінші, өңірлердегі жағдайды зерделеу мақсатында министрлік ұлттық білім беру дерекқоры шеңберінде балалардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша тәуекелдердің интерактивті картасын әзірлейтін болады. Интерактивті карта балалар ортасындағы жағымсыз құбылыстардың барлық түрлері бойынша облыстар, қалалар, аудандар білім беру ұйымдары бөлінісінде статистикалық деректерді қамтитын болады. Интерактивті картаның негізгі дерек көздері слайдта ұсынылып отыр.
Бұл негізінен құқық қорғау органдарының директері, денсаулық сақтау, ақпарат министрліктерінің және оқу ағарту министрлігінің жергілікті әкімдіктердің ақпараттық ресурстарынан осы деректер алып жинақталатын болады. Бұл деректерді жинақтау бізге мемлекеттік органдарға неғұрлым дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік беретін болады. Балалар арасында туындайтын мәселелердің алдын алу және шешу бойынша жедел және жүйелі шешімдерді қалыптастыруға жол ашады. Осы мәліметтердің барлығын ескере отырып жасалған интерактивті картаның негізінде біздің жергілікті әкімдіктер осы мәселелерді шешу бойынша нақты бағдарламаларды әзірлеп, оларды іске асыру көзделген. Второе, проблема буллинга среди детей представляет серьезную угрозу для физического и эмоционального благополучия детей. Мы получаем жалобы на травлю буллинга в организациях образования и вне ее, в том числе через социальные сети. В этой связи нами начата работа по разработке единой для всей страны антибуллинговой программы для применения ее во всех организациях образования. В рамках программы с детьми будут проводиться беседы о том, что такое буллинг и почему это плохо. Дети и учителя научатся, как понимать друг друга и решать проблемы мирно и вместе. Важно, чтобы дети знали, что они не одни. В школах будут созданы места, где дети могут поговорить со взрослыми, если у них есть проблемы. Все и дети, и учителя, и родители будут работать вместе, чтобы сделать школу для детей безопасной и дружелюбной. Таким образом, антибуллинговая программа поможет детям расти в дружественной и безопасной среде, где нет места травле и насилию, сформирует в организациях образования нулевую терпимость к любому виду правонарушений, в том числе буллингу. Стоит отметить, что эта программа будет включена и воспитательный компонент в части проведения классных часов и родительских собраний. Мониторинг эффективности реализации антибуллинговой программы будут вестись через онлайн-модуль в рамках НОБД и ежемесячном сборе административных данных фактов буллинга в организациях образования. Третье. В марте текущего года Министерством просвещения утверждены методические рекомендации по ведению внутришкольного учета. Как показала практика сегодняшний день, внутришкольный учет является наиболее действенным механизмом ранней профилактики негативных явлений в детской среде. Новая модель ведения внутришкольного учета позволит вести комплексное сопровождение ребенка на примере технологии кейс-менеджмента. Подобный механизм предусматривает составление индивидуального плана сопровождения по каждому кейсу по доведению ребенка из сложной ситуации. Четвертое. Сегодня в республике функционирует 235 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, членами которых являются более 2500 специалистов в сфере защиты прав детей. Изучен опыт их работы. Изучение показало, что работе комиссии имеется превалирование карательного механизма. В этой связи начата работа по трансформации региональных комиссий в части смещения акцента работы на раннее выявление семейного благополучия за счет внедрения механизма медико-социального учета. Медико-социальный учет – это учет, в рамках которого каждому будет оказываться комплексная помощь. Например, если ребенок воспитывается в неблагополучной семье, то семье будет оказываться необходимая помощь по линии здравоохранения, образования и социальной защиты. А ребенку будет оказана психологическая поддержка. Это позволит сопровождать семью и обеспечит социальной поддержкой. Учитывая необходимость введения больших объемов данных по каждой семье, процесс работы комиссии будет цифровизирован в рамках пошагового алгоритма ввода семей из социального неблагополучия. Также с начала учебного года во всех организациях образования создаются центры поддержки родителей. В рамках работы новых центров педагогической поддержки родителей в школах будет проведена работа по укреплению детско-родительских отношений в семье.
ата-аналарды қолдау орталығының жұмысы туралы кеңірек менің әріптестерім тоқталып өтетін болады. Бесінші, мектептерде балаларға арналған жеке қауіпсіздық сабақтарын енгізудің маңыздылығын көріп отырмыз. Бұл сабақтар оқу жылында және жыл бойы балаларда бірнеше рет қайталау арқылы қарапайым тақырыптардан тұратын қауіпсіздік шараларына үйрететін болады. Алдын ала белгіленген тақырыптар слайдта көрсетіліп отыр. Балаларға қауіпті жағдайлардың алдын алу дағдыларын үйрету, оларға қалай әрекет ету керектігін білу, оларға сенімділік, эмоционалдық тұрақтылық және өмірде кездесетін қиындықтарға дайын болуды олардың бойында қамтамасыз етеді. Кешенді жоспар балаларға қатысты зорлық-зомбылық мәселесін шешуге бағытталған басқа да пәрменді және жекелеген іс-шараларды қамтиды. Мысалы, осы жылдан бастап мектеп мұғалімдерін зорлық-зомбылықтан қорғау және алдын алу тәсілдеріне оқыту, сонымен қатар ішкі істер органдарының қызметкерлерін оқыту басталады. Заңнамалық шаралар бөлігінде мектеп ішілік есеп ұғымын заңға енгізу, білім беру, денсаулық сақтау, халықты әлеуметтік қорғау қызметкерлерінің балаларға қатысты зорлық-зомбылық фактілерін туралы хабарламағаны үшін жауапкершілігін қатаңдату жоспарланып отыр. Кешенді жоспардағы көрсетілген басқа да жаңалықтар және бағыттар туралы менің әріптестерім өз сөздерінде қосымша баяндайтын болады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Еділ Сабырұлы. Асима Тимкеновна, добрый день. Вице-министр просвещения рассказал нам о новых подходах ведения внутришкольного учета. Как вы думаете, насколько внутришкольный учет является действенным механизмом профилактики правонарушений в детской среде? И на ваш взгляд, какие мероприятия комплексного плана наиболее актуальны? Рахмет. Ең негізгенде бүгінгі күн тәртібіне енгізіліп отырған мәселенің актуалды өте маңызды екенін бәріңіз білесіздер. Өйткені мынау балаларды зорлық-зомбылықтан қорғау, балалардың құқығын қорғау, балалардың мынау қауіпсіз жағдай жасау, оның барлығы ортақ жұмыс деп ойлаймын. Сондықтан кешенді жоспарды өте мұқият қарап шықтым. Қуантып отырып отқан жағдай, бірінші барлық өңірлік уәкілдердің ұсыныстары берілген, енгізіліпті. Тағы да көптеген сұрақтарға көңіл бөлінген. Сондықтан мынау жаңа сіз айтқандай мектеп ішіндегі есеп ретінде тоқтағым келеді, айтқым келеді. Өйткені осы өңірлік уәкіл ретінде жұмыс бастағанда біз 30 мың ата-анаға анкеталарды тараттық. Ол анкетада екі ақ сұрақ бар. Бірінші сұрақ мынау тәрбие жолындағы қандай қиыншылықтар сіздерге кездесіп атыр, қандай проблемалар бар, екіншіден қандай көмек керек деп ата-аналарға сол анкеталар таратып 21 мың ата-ана жауабын берді. Оған біз өте қуандық. Сонда ата-аналардың проблема ретінде қойып отырған сұрақтары, бірінші орынға қойып отырған сұрақтары әрине интернет, гаджет, нау соцсет, телефон, тикток деген осы мәселелерді қойып отыр. Ал енді екінші сұрақ отбасылық конфликт жөнінде ата-аналар өте сондай екінші орынға қойып отыр. Ол әрине сол мәселеге қазір көңіл бөлеміз. Ал енді не сұрап отыр? Қандай көмек сұрап отыр ата-аналар? Ата-аналардың сұрап отырған көмегі көзбе-көз кездесу, ата-аналарға ақпарат беру, үлкен ақпараттық жұмысты сұрап отыр. Бұрын ата-аналармен көптеген ата-аналар конференциясы, ата-аналармен бірге іс-шаралар көп өткізілетін республикалық деңгейде соны сұрап отыр ата-аналар. Сондықтан осы мәселеге көңіл бөлеміз деп ойлаймын. Ал енді мектеп ішіндегі есеп деген ол кейбір мектеп басшылары ойлайды. Некоторые руководители школ считают о том, что если на внутришкольном учете состоит 2-3 человека, при наличии 3000 контингента учащихся, это результат большой работы. На сегодняшний день мы считаем, что чем больше
неблагополучных семей, детей из неблагополучных семей, детям, которым нужна поддержка психологическая, детям, которым нужно, значит, постоянно их держать на контроле. Вот если эти дети стоят на внутришкольном учете, и в конце учебного года большая совместная работа психолога, социального педагога, работа с семьей, работа с родителями, это все дает результаты, тогда с внутришкольного учета можно этих детей снять. Вот такая должна быть работа по внутришкольному учету. Кроме того, я хотела отметить несколько пунктов нашего комплексного плана, на который надо обратить серьезное внимание. Это, значит, национальная информационно-разъяснительная кампания, которая будет проведена именно по защите прав детей, по защите детей от насилия, от жестокого обращения. Я думаю, что к этому мы должны подойти именно действительно не как к очередной кампании, а очень серьезно поработать с родителями. И в этом нам, конечно, должны помочь и общественные организации, и в целом наше общество. Создание родительского чата «Атаналар чата ашылса», ол көп деген сұрақтарға атаналар өздерінің сұрақтарына жауап алады. Ол да керек жағдай. Өйткені қазір енді көп атаналар кездесуге келе алмайды, мектепке де шыға алмайды, көп балалы отбасылар бар. Сондықтан қазір бәрлігі мынау чатқа қарап сұрақтарын қойып жауап алса, ол жұмысты да өте мұқият жүргізу жөнді деп санаймын. Порадовал тот момент о том, что будут внесены изменения в штатное расписание, и где в школах более 40 класс-комплектов будут выделены дополнительно ставки психологов и социальных педагогов. Действительно, если говорить по Астане, где до 4000 учащихся в одной школе, до 5000 учащихся, то, вы знаете, наверное, количество психологов должно быть предусмотрено. И это очень радует, что именно будут внесены изменения в типовые штаты. Очень, я думаю, хороший проект – социальный патронат. Социальный патронат – это, значит, поддержка неблагополучных семей, их сопровождение. Я думаю, что именно такое сопровождение даст возможность и детям от каких-то правонарушений, от какого-то поведения, значит, сохранить, то есть уберечь наших детей. Поэтому я думаю, что все наши, значит, учреждения, организации должны принять участие в этом проекте. Что касается создания центров психологической службы, этого ждем мы, уполномоченные по правам ребенка, ждут родители, ждут общественные организации, которые занимаются этими вопросами, потому что сейчас психологическая поддержка и служба, работа ее, действенная работа очень необходима. Ведь глава государства отметил в своем послании о том, что психологическое состояние, психологическое сопровождение на сегодняшний день требует очень хорошей работы и именно правильной коррекции в этой работе, правильно построенной работы. И я хотела бы, как уполномоченный по правам ребенка города Астаны, отметить, что на прием приходит очень много граждан по разным проблемам. Проблемы, касающиеся в первую очередь, приходят именно по семейным конфликтам, семьи, которые разведены и не могут наладить именно даже по решению суда составляется график встреч с детьми, но они не соблюдаются. Поэтому в наших школах очень хорошо сейчас работают советы отцов. Очень хорошо. Когда-то в Астане впервые на базе 59-й школы был создан совет отцов. Но сейчас есть потребность в создании Ана Тоба мектептерде ашылса. Мынау аналардың арасында шын жүректен көмектесіп, шын жүректен қоғамдық жұмысқа қатысып, шын жүректен біздің қыз балаларға көңіл бөлсек, ол да ертең үлкен болашақта бір жақсы жұмыс болады деп ойлаймын. Өйткені біздің бүгінгі өсіп келе жатқан балапандар, қыздар ертең ана болады, ертең отбасының ұйытқысы болады.
Сонда бүгін біна, біздің ұлттық дәстір бойынша балаларға тәрбие жолында көмек көрсетсек, біздің қыздарымызға ертең мен ойлаймын, сонда отбасында конфликттер азаяма деп. Тағы да айтатын бір жағдай, республикалық фестиваль өтетін жоспарланып отыр. Мынау жобалар арасында, балаларды қорғау жұмысындағы жобалар арасында. Қазір көп деген жеке меншікті мекемелер сондай жобаларды ұсынады. Бірақ та әрине қаражат жағы шешілмейді, сондықтан осы мәселеге көңіл бөлгеніне, сондай жақсы жобаларды таңдауға, конкурсқа шығаруға дейін, шығаруға ол да үлкен көмек. В целом, нас всех должно объединять одно – это наши дети, уполномоченные органы, общественные организации, уполномоченные по правам ребенка, комитет по охране прав детей и, конечно, в первую очередь родителей. Я считаю своей основной своей миссией работу с родительской общественностью и, конечно, помощь детям, которые пострадали. В этом нам должно помочь в целом общество. Я в это верю, я надеюсь и думаю, что комплексный план должен реализоваться как положено. Рахмет. Рахмет, Асима ханым, атқарып жатқан жұмыстарыңызға. Фарида Сақындықовна, сізді тыңдап өтсек, сегодня мы затронули очень важную тему адресного сопровождения каждого ребенка и семьи. Много мероприятий плана посвящено именно точной работе, трансформации комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мы знаем, что вы являетесь членом данной комиссии в городе Астана. И расскажите, пожалуйста, об этой работе, насколько важна ее трансформация. Қайырлы күн. Тағда рахмет, сұрағыңыз өте маңызды. Өте бүгінгі таңда керекті, өткені біз білеміз, әрімна жергілікті атқарушы органдарының деңгейінде бізде сондай комиссиялар құрылған. Енді бұл жерде бізді білесіздер, бұны үйлестіретін заң бар бізде. Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы деген заң бар. Негізі осы комиссия бұл осы алдын алудың жаңағы жүйесіндегі бір элементі деп есептеуге болады. Өйткені бүгінгі таңда енді барлығы осыған мойын ұсынды деп айтуға болады. Бұны бүгін бәрі мойындады деп айтуға болады. Баланы біз бүгінгі таңда отбасыдан жеке қарай алмаймыз. Бұл білім беру саласы болсын, медицина саласы болсын, ішкі істер органдары болсын. Осыған бүгінгі таңда біз келіп отырмыз. Өйткені бала ол отбасыда тәрбиеленгеннен кейін біз баланы отбасымен бірге кешенді түрде сүйемелдеуге және осыған атсалысуға барлығымыз күш-жігерімізді бүгін жинақтап, осы салада көптеген жұмыс жасауымыз керекпіз. Соның бірі жаңағы комиссия. Комиссияны трансформациялау дегеніміз, яғни бүгінгі таңдағы практика жүзіндегі ол қалай іске асырып жатыр, осы туралы қысқаша айтып өтейін. Жалпы енді менің бүгінгі таңда қарап отырғаным, кез келген жаңағы бала туралы келген іс комиссияға ол фрагментарлы түрде болып жатыр. Өйткені біз жаңағы берілген 10-15 минуттың ішінде сол баланың тағдырын шешеміз. Ол жаңағы ұсыным болсын, оған жаңағы рекомендация дейміз ғой, комиссияның ең бірінші мақсаты ол баланың құқығын қорғау максималды түрде. Енді барлық комиссияның қабылданған шешімі жаңағы ата-ана құқығынан айыру болсын, немесе ата-ана құқығын шектеу болсын, немесе профилактикалық әңгімелесу болсын. Осы ең бірінші екі қызметті енді соңында оны дегенмен сот шешеді. Бірақ та біздің берген ұсынысымыз ол өте маңызды. Ал енді біз ұсынысты қалай береміз? Бұл жердегі отбасының кешенді түрде сүйемелдеп, оның жан-жақты талқылап, баланың ол жердегі жаңағы алған салдары, сол отбасыда тұрып жатқан оның психологиялық жаңағы жағынан қандай жағдайда екенін, осының бәріне комиссия жан-жақты талқылап, негіздеп сосын ғана бір өзінің ұсынысын шығару керек. Бірақ бүгінгі таңда ол өкінішке орай олай емес. Өйткені бізде бала тағдыры бір 10-15 минуттың ішінде шешіледі. Оған кешенді түрде ешкім қарамайды, фрагментарды түрде. Енді ол жүйе солай қалыптасқан, бүгінгі таңда бұған мына министрлік тарапынан, оқу ағарту министрлігінің көптеген
күшке салынып жатыр. Өткені бүгін трансформациялау бойынша осы кешенді жоспардың ішінде де бұны енгізіп отыр. Оның бәрі бекер емес, және ол өте дұрыс. Бүгінгі таңда біз баланың тағдырын шешкен кезде жалпы отбасы тұрғыдан кешенді түрде қарап, жан-жақты жаңағы тек қана білім саласы ғана емес, бұл жерде медицина саласы болсын, ішкі істер органдары болсын, әлеуметтік қамсыздандыру саласы болсын, барлығы кешенді түрде атсалысып, осы отбасыны қиын өмірлік жағдайдан алып шығуға түгел атсалысу керек, сүйемелдеу қажет, оған уақыт беру тиіс. Сол уақыт өткеннен кейін динамикасын бақылау арқылы соңында комиссия өз шешімін қабылдау қажет. Осыған қазір біз көптеген өз күшімізді атсалысып жатырмыз. Біз бұны Астана қаласында қазір бастап жатырмыз. Жаңағы кейс менеджмент деген жаңа терминдер енгізіліп жатыр, оның бәрі бекер емес. Бұның бәрі жаңағы кез келген істі кешенді түрде жүргізу және осы бойынша жұмыс жасау. Енді біз бұны қазір методологиясын құрып, осы бойынша жұмыс жасағаннан кейін республика деңгейінде осы практиканы таратамыз деп сенемін. Және бізде білесіздер, бүгінгі таңда отбасын қолдау институттары бар. Оның да жұмысы өте ауқымды, бүгінгі таңда керек. Және комиссияның жұмысы қазір тікелей осы отбасы институтын қолдау орталықтарымен тығыз байланыста. Яғни комиссияға келген әрбір істі біз өзіміздің тарапымыздан ғана қарамай, сол отбасы институт қолдау орталығына беріп жатырмыз. Оны кешенді түрде сүйемелдеуге отбасын. Яғни жаңағы баланың жағдайын максималды түрде жақсартуға, оның психологиялық жағынан болсын, жалпы тұрмыс жағынан болсын, барлық салалар күштерін жұмсап, жаңағы 6 ай болсын, 1 жылға дейін сүйемелдеп, одан кейін бір шешім шығаруға ұсыныс беру. Осы біздің ең басты трансформациямыз осыда. Рахмет. Рахмет. Насымжан Жанбековна, вернемся к деятельности школьных педагогов-психологов. Это очень актуально сейчас. Расскажите, пожалуйста, о работе комитета по охране прав детей в части усиления и трансформации деятельности психологической службы. И какие мероприятия предусмотрены комплексным планом? Уважаемые участники брифинга, уважаемые родители, сегодня психологическое благополучие детей становится ключевой задачей. В этой связи мы должны адаптировать и усилить наши психологические службы в школах, чтобы соответствовать потребностям детей, оказывать им своевременную и эффективную комплексную помощь. Педагог, психолог сегодня имеет важное значение и важная роль ему предоставлена в рамках деятельности школы. Он выявляет трудности в обучении, он выявляет трудности в воспитании. И в рамках реализации комплексного плана у нас предусмотрена ретрансляция, трансформация деятельности педагогов-психологов. Мы предусмотрели в рамках комплексного плана 5 шагов. Если можно включить слайды, то я на нем изобразила это следующим образом. Первая первостепенная задача – это пересмотреть образовательную программу подготовки кадров педагогов, психологов в вузах. На сегодняшний день анализ показывает, что он не совсем соответствует тем требованиям и потребностям в вопросах подготовки педагогов-психологов. Больше превалирует теоретическая часть, менее практическая, и мы рекомендовали изменить и совершенствовать программу образовательную, обсуждая это с Министерством науки и высшего образования в части кейс обучения. Второй шаг. На сегодня в 7800 школах у нас работают порядка более 8000 педагогов-психологов. И по действующей нормативу нормативно-правового акта типовых штатов на школу предоставляется максимально всего 2 единицы педагогов-психологов. В рамках работы комплексного плана мы уже, как вы понимаете, что мы начали работу, реализовывать комплексный план, соответственно, с местными исполнительными
профильными органами уже этот вопрос решен благополучно и поэтапно этот вопрос будет доведен до необходимого количества педагогов, психологов для того, чтобы эффективно решить проблему психологического благополучия детей. Следующий шаг – это одна из больших проблем, которую заявляют наши педагоги-психологи при обсуждении комплексного плана. Это вопрос часа, психологического часа для детей. На самом деле, для того, чтобы быстрее достигнуть этого результата в рамках методического, инструктивно-методического письма, к сентябрю, к 1 сентября мы направили это в школы с рекомендацией, жесткой рекомендацией предоставить в рамках классных часов время для работы психолога с детьми. Для выявления тех самых тревожных состояний, для вопроса конкретной помощи для ребенка в вопросах обучения и психологического эмоционального состояния. И для следующий шаг у нас, он представляется введение в рамках нашего НПА 377 приказа в правила деятельности службы психологов обязательные эти часы. Четвертый шаг. Мы считаем, что обучение школьных психологов предоставит им специальные знания, специальные навыки, которые необходимы для работы с детьми с большой потребностью. Программа обучения составлена с учетом новых вызовов и трендов в школьной психологии. Также нами ведется разработка детальных алгоритмов для того, чтобы правильно, единообразно действовали психологи в той или иной ситуации с четкими методическими рекомендациями. И самое важное, наверное, это пятый шаг, это цифровизация в работе психологов, что отсутствовало на сегодняшний день в работе психологов. С мая месяца мы эту работу начали, в комплексном плане она также введена. Это в рамках 24/7 есть помощь у психолога, педагога-психолога действующего, доступ к материалам, методикам по учебной мотивации, по саморегуляции, по уровню тревожности, различные методики, различные тесты, инструментарии, которые могут тут же ответить на все проблемы и вопросы педагога-психолога, нуждающегося в той или иной рекомендации. Это все мы оцифровали, положили в эту платформу. Мало того, это имеет возможность любой психолог бесплатно получать эту методическую помощь. Следующий момент, о котором мне очень хотелось бы сказать, что психологические службы в целом как центры методической помощи у нас уже открыты в 7 регионах. Наша следующая задача во всех остальных 13 регионах открыть эти центры психологических служб. Что такое, для чего этот центр нужен? Центр будет являться методическим центром для помощи нашим педагогам-психологам. И самая, наверное, отличительная особенность центров психологической службы на сегодняшний день – это то, что в этот центр может обратиться бесплатно, кроме педагогов-психологов, да, для них вроде как направленный центр, но и школьники вместе с родителями бесплатно. Для чего это делается? В процессе анализа обращений детей не все открыто могут обратиться к действующим педагогам-психологам в школе. Так для них будет возможность выйти за рамки школы и обратиться к независимому педагогу, психологу для конкретной помощи, в том числе для родителей. Я считаю, что это очень важная инициатива, которая заложена в комплексный план. Соответственно, она принесет, безусловно, помощь и результат. Я, уважаемые участники сегодняшнего нашего обсуждения комплексного плана, на сегодня возникла проблема относительно эффективного решения снижения уровня насилия и в отношении детей, обеспечения благополучия детей, отдельное рассмотрение проблемы родительства.
Без родителей, без участия, активной позиции родителей и семьи, достигли ли мы тех самых результатов и тех индикаторов, которые мы для себя поставили в рамках комплексного плана, безусловно, сложно себе представить. Поэтому проведенный анализ показывает актуальность поддержки родителей в осуществлении их родительских обязанностей. И с 1 сентября во всех школах начинают действовать, и я надеюсь, что вы, как родители, уважаемые журналисты, являетесь участниками этого центра педагогической поддержки родителей. Это центры начинают работать у нас с сентября месяца во всех школах. В настоящее время это формируется, этот институт, для того, чтобы оказывать реальную помощь нашим родителям при возникновении тех или иных психологических проблем, как подросткового периода, как вывести детей из интернет-зависимости и так дальше. Там множество тем и возможностей, которые предоставляются для наших родителей. И эту работу мы также начали, подготовку специалистов в каждой школе. В августе месяце мы обучили порядка 1500 специалистов в каждой школе. До конца октября месяца мы закончим подготовку специалистов Центра поддержки родительства, поддержки родителей, порядка 10000 педагогов. В том числе это заместители директора по воспитательной работе, социальные педагоги, педагоги-психологи. Спасибо за внимание. Спасибо. Тут хотелось бы услышать мнение тех, кого непосредственно затронет эта трансформация. С нами на прямой связи ведущий педагог-психолог Карагандинской области. Татьяна Витальевна, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня слышно? Да, вас слышно. Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете предлагаемые новшества? Ну, могу сказать, что у нас однозначно комплексный план, этот межведомственный, вызвал очень большой интерес, потому что это долгожданный план. Нам очень важно, что эту проблему, которую озвучили наши коллеги, передо мной выступающие, то, что действительно мы вступили в очень сложный мир. Он очень сильно, мир соцсетей, он очень сильно изменил наших детей, изменил наших родителей, изменил систему образования. Уже не можем мы работать теми методами, которые были у нас установлены в образовании раньше. Поэтому главная задача в образовании у нас уже стоит не столько как гармоничное развитие личности, сколько формирование адаптации ребенка к жизни. Поэтому действительно в рамках повышения социализации наших детей, я считаю, что план абсолютно правильно предусмотрел повышение штатного количества психологов и социальных педагогов. Это необходимость современного времени, потому что нужно проводить мероприятия именно по социализации, по выявлению проблемы, своевременному оказанию помощи. Безусловно, нужно время для проведения этих мероприятий, поэтому абсолютно правильно предусмотрено введение часов для, в образовательный процесс для проведения этих мероприятий. И, конечно, курсы повышения квалификации. У нас очень много замечательных специалистов, работающих в этой сфере, но, к сожалению, навыки устаревают, их надо развивать, надо повышать квалификацию, и действительно программы вузов уже, к сожалению, устарели. Специалисты, которые приходят к нам в образование, их приходится переучивать. И нам в Караганде повезло, у нас есть лаборатория социально-психологического сопровождения, мы работаем уже второй год, и эти проблемы, которые были озвучены, мы тоже видим, и план помогает их решать. Мне очень понравилось, коллегам очень понравилось в этом формате, что действительно есть системный подход к тому, что происходит, например, к внутришкольному контролю. Да, действительно, мы изучаем метод других стран. Кейс-менеджмент – это не метод Казахстана, но у нас есть замечательная система внутришкольного учета, в которой очень хорошо пишутся методы кейс-менеджмента или методы ведения частного случая. И очень правильно предусмотрено для того, чтобы вводить такие моменты, как усиление вот этого комплексного подхода по оказанию помощи детям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, очень хорошо, что увеличится штат и социальных педагогов, и психологов. Это позволит сделать более качественным, более эффективным вот это вот введение случаев детей, которые попали в тяжелые жизненные ситуации. Это правильно, это своевременно, это нужный момент, там
в этом курсе очень много интересной информации, которая, ну, нам подойдет в работе, в практике в школе. Безусловно, хочется отметить, ну, отметить отдельной благодарностью то, что уделяется большое внимание методическому сопровождению. Да? Действительно, центры нужны, психологам нужна поддержка, психологам нужна помощь, поскольку в школах психологов, у психологов нет наставников, поэтому центры региональные очень хорошо решат проблему наставничества для психологов, работающих в организациях образования. И хочется отметить вообще вот этот великолепный момент, то, что идет взаимная работа с Балакаргау, да, со специалистами по... Как они у нас Ирина Болеславовна, да, мы работаем вплотную, да, с организацией, да, Балакаргау, с человеком, который занимается правами детей. Мы уже работаем давно, уже второй год вместе, и это действительно приходят и родители, приходят и дети, и мы действительно в центре оказываем помощь. Действительно, могут есть необходимость такая, возникают такие ситуации, когда конфликт внутри школы требует вмешательства психолога извне. Поэтому это очень хорошее нововведение. Такие, думаю, что такие лаборатории, такие центры, ну, должны быть, и это правильное решение. И хочется обратить внимание, тоже очень такой прекрасный момент, то, что повышение уровня благосостояния казахстанских детей, да, третья часть комплексного плана, она очень хорошо показывает, что наша задача не столько выявлять детей, склонных к суициду или там, к буллингу, ну, то есть к социальному появлению, но в первую очередь выстраивать воспитательный процесс, который формирует профилактику, да, и формирует как раз стрессоустойчивость и возможность как раз предотвратить вот эти суицидальные проявления у детей. Вот это если коротко. Но вообще очень много интересных моментов, которые можно отметить в данном плане. Ну, спасибо, что дали возможность сказать наше мнение. Спасибо, Татьяна Витальевна. Сегодня Насымжан Жамбековна отметила важную роль родительского сообщества в воспитании детей. Елис Сабырович, скажите, пожалуйста, а какая профилактическая работа будет проводиться именно с родителями? Так, арине бұл жұмыстарда Насымжан Бекна өте дұрыс айтып отыр. Мектеп жалғыз өзі бұл мәселелермен, тәрбие жұмыстарымен айналысқанда бұл мәселенің түбегейлі шешілуіне қол жеткізе алмайды. Бұл жерде біз баланың қалыптасуына әсер ететін бірнеше факторларды, орталарды қамтуымыз керек. Ол әрине баланың жалпы өмірде қалыптасуына әсер ететін факторларды атап өтсек, ол бірнеше отбасы, одан кейін мектеп, одан кейін оның ортасы және интернетте бар. Біз осы кешенді жоспарда барлық бағыттарды қамтуға тырыстық. Бұл бағыттардың ішіндегі ерекше орын алатын бағыт бұл тәрбие жұмыстары. Яғни біз қоғамда жаңа тәрбиенің парадигмасын қалыптастырмайынша бұл мәселелерді түбегейлі шешуіміз өте қиын. Сондықтан министрлік осы оқу жылының басынан бастап бір тұтас тәрбие бағдарламасын әзірледі. Қазір барлық мектептерде, білім беру ұйымдарында осы бір тұтас тәрбие бағдарламасы жүзеге асуда. Бұл тәрбие бағдарламасымен қатар жүзеге асырылып жатқан жұмысымыз ол. Әрбір мектепте ата-аналарды қолда орталығын құру. Бұл жұмыстардың барлығы балалардың бойында балаларға қатысты зорлық-зомбылық фактілерін азайтуға, олардың зиянды әрекеттер мен әдеттерден сақтауға бағытталған. Біз ол жұмыстарды тек қана құжаттарды бекітіп, кешенді жұмысты ұйымдастырып қана қойып отқан жоқ. Біз жекелеген жағдайда өңірлерге шығып, өңірлерге методикалық әдістемелік көмек көрсету жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Осы орайда өз сөзімді жалғау үшін біздің бүгінгі Алматы облысында жұмыс жүргізіп жатқан Меруерт Асқарбекқызы тәрбиесі жөніндегі директорыне сөзімді жалғастыру үшін бергім келеді. Егер қосылған болса, Меруерт Асқарбековна, тәрбие жұмыстары бағытында атқарылып жатқан жұмыстар туралы айтып берсеңіз. Рахмет. Рахмет, Елі Сабырұлы. Мен тыңдап отырмын, қосылып отырмын, барлығын естіп отырмын. Рахмет, бүгін өте маңызды іс-шара болып жатыр екен. Біз қуаныштымыз. Өзіңіз айтып өткендей, жалпы
барлық тәрбие процесіндегі жұмыстың барлығын біз кешен түрде іске асыру мақсатында осы жұмыстардың барлығын психолог болсын, педагог болсын, ата-ана болсын, мектеп болсын, оқушы барлығын тұтас бір дүниесін жасайтындай бір тұтас тәрбие бағдарламасы мені қазір 42 айының бірінен бастап барлық республика бойынша білім беру ұйымдарына қазір жоспары жасалынып жатыр. Міне сонымен қатар келіп қазір Алматы облысы білім басқармасына қарасты Талғар ауданына бойынша білім бөлімінің номері 29-шы жалпы білім беретін орта мектебінің Бигалиев Саят Айдарович кеше өздеріңізге белгілі сол бала бойынша қазір келіп бүкіл мектептің жұмысымен танысып жалпы қандай мәселе туындағандығы туралы ата-аналармен де қазір осында бүкіл ауданның әкімдігі әкімі бастап және де психологтар барлықтар осында жұмылдырылды. Міне қазір сол шығармашылық топ жұмыс жасап жатырмыз. Қазір осыдан кейін біз кесте бойынша бүкіл Алматы облысының тәрбиесі жөніндегі орынбасарлармен кезең-кезеңмен екі күндік семинар ұйымдастырып жатырмыз. Ондағы мақсатымыз осы жасалынатқан дүниенің барлығын ұсыну. Міне енді алдарыңызда айтып отқандай жалпы біз осы мектепте қаншалықты жүзеге асып жатқандығына жауап беретін болсам, ата-аналарға психология, педагогикалық білім берудің ғылыми әдістемелік негіздері бағытында әр мектепте ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығы ашылған. Міне қазір жұмыстармен танысып отырмыз, нақты ережесіне сәйкес психологтар тартып, сонымен қатар әлеуметтік педагогтер тартып, арнайы курстан өткен сертификатталған тренерлермен жұмыс жасалынды екен. Сонымен қатар бір тұтас тәрбие бағдарламасының негізгі мазмұнына келетін болсақ, ол негізі үш құндылықтан тұрады. Бұл ар, ұят, талап және ұлттық мүдде. Міне осы үш құндылыққа негізделген бір тұтас тәрбие бағдарламасының іске асуы, бұның барлығы негізгі бір ғана мақсат. Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген еңбекқор, адал, сапалы, жасампаз азаматты тәрбиелеу болып табылады. Құрметті менің алдымда барлық осы брифингке қатысып отқан әріптестерім айтып өткендей, сол әріптестерімнің сөзін тұжырымдай келе, дәл қазір сол практикалық тұрғыда қаншалықты іске асырып жатқандығын біз өзіміз шығармашылық топ анықтап, міне қазір жалпы бұл кешенді жоспарымыздың өміршеңдігіне, өзектілігіне көзіміз жеткендігін сіздерге айтқым келеді. Сонымен қатар барлығымыздың да алға қойған мақсатымыз бір тұтас дүние, яғни психологиялық тұрғыдан болсын, педагогикалық тұрғыдан болсын. Бірінші біз баланы, келешегіміз бала болғандықтан, бірақ баланың негізгі оның тәрбиешісі, негізгі көретін тәрбиенің ортасы ол өзінің ата-анасы. Сондықтан да осы ата-анаға педагогикалық қолдау, одан қала берсе ұстаздың тарапынан қаншалықты тәрбиеге әсер етуші, ықпал етуші факторларды күшейту мақсатында міне жұмыс жүйелі түрде басталды деп айтуға болады. Енді көп сөзіп ары қарай жасамай ақ қояйын, сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынмын. Жалпы осы кегендегі жұмысымыздың мақсаты де іске асып жатқандығына және әкімдерге білім басқармаларына осы сәтті пайдаланып алғысым келеді. Түгелде жұмыс өте жүйелі түрде жұмыс жасалып жатқандығына көзіміз жетіп отыр. Назарларыңызға рахмет. Егер сұрақтарыңыз болса, сұрақ дайымын сөйлеймін. Рахмет, Меруерт ханым. Тағы бір спикерімізді тыңдап өтсек, содан соң сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Сегодня мы говорили, что при разработке комплексного плана изучен международный опыт. С нами сегодня присутствует в зале представитель детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Казахстане. Азамат Кайратович, здравствуйте. Ваше мнение, какие наиболее эффективные мероприятия можете выделить вы? Рахмет. В первую очередь хочется отметить, что разработка и наличие подобного плана – это мировая практика. ЮНИСЕФ однозначно приветствует решение правительства по разработке и принятию этого плана на высоком уровне. Это, несомненно, будет содействовать реализации прав детей, расти в защищенной и гармоничной среде. Можно выделить мероприятия плана, которые направлены на защиту и реагирование насилия в отношении детей. В первую очередь это так называемые универсальные программы. Универсальные программы — это которые охватывают большинство детского населения страны. В случае то, что отмечено в плане, это программы профилактики буллинга в школах. В этой связи важно также отметить информационно-просветительскую работу, которая планируется проводиться для формирования нулевой терпимости любого вида насилия по отношению к детям. Отдельно в связи с новыми вызовами, которые мы как общество сталкиваемся, хочется отметить, это программы
онлайн-безопасности, безопасности детей в онлайн-среде, профилактика кибербуллинга. Мы видим, как система защиты детства интегрируется на школьном уровне, вводится понятие индивидуальной оценки, планирования работы и профессионального сопровождения детей, которые находятся в риске попадания в трудную жизненную ситуацию, может быть, уже попали в трудную жизненную ситуацию, и данный подход индивидуального планирования, сопровождения, который называется кейс-менеджмент, призван помочь ребенку не попасть в ситуацию трудную или же, если он уже там находится, выйти из этой ситуации. Также важно отметить и то, что запланировано в плане — это укрепление штата специалистов, которые работают с детьми, это обучение специалистов, которые оказывают психосоциальные услуги. Это, несомненно, содействует укреплению системы защиты детства. К сожалению, бывают случаи, когда помощь своевременно не была осуществлена. И как мы, если универсальные программы, которые охватывают наибольшее количество детей, каким-то образом ребенок не участвовал или, может быть, попал в трудную ситуацию, то дело обычно передается в комиссию по делам несовершеннолетних. Это сложные, тяжелые случаи. И радует, что формат работы комиссии по делам несовершеннолетних также будет обновлен. Также будет введена технология кейс-менеджмента. Это такой унифицированный подход, который индивидуально подразумевает под собой индивидуальный подход и единый подход в разных ведомствах, которые работают с детьми, оказывают им услуги защитные, психосоциальные услуги. Есть мероприятия, которые напрямую не касаются здесь сейчас защиты детства, но которые помогают принимать взвешенные, обоснованные решения в области защиты детства. Например, таким мероприятиям, которые отражены в плане, можно назвать это сбор данных о насилии в отношении детей. В частности, это формирование таких данных в школах и отчет по этим данным. По некоторым из этих направлений мы, как ЮНИСЕФ, уже оказываем поддержку консультационную, сопровождение правительству по разработке мероприятий, по реализации. Мы, как ЮНИСЕФ, также изъявляем свою готовность и далее оказывать необходимое сопровождение, принимая во внимание международные стандарты и лучший международный опыт. Рахмет. Рахмет. Құрметті әріптестер, сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Әдеттегідей, тақырып аясында екі сауалдан қойсаңыздар. 31-ші арнадан бастасақ, Ерқанат Сәрсенбайұлы, сұрағыңыз бар ма? Микрофонға жақындасаңыз. Мария, следующая вы. Первый канал Евразия. Вопросы есть у вас? Саламатсыздар, жалпы. Өткен жылы мен осы жылғыны салыстыра айтып өтесіздер ма? Балалар арасындағы құқық бұзушылық, оларға көрсетілген жаңағы зорлық-зомбылық деген сияқтылар, осылар бір арнайы статистикасы бар ма? Және былтырғы уақыттан бері бұл статистика төмендеді ма, или жоғарылады ма? Осы жөнінде айтып өтсеңіздер. Содан кейінгі сұрағым, мына өткен жылдардан бастап біз мектептердегі қауіпсіздікті арттырдық қой. Мына әжетханаларды ішке кіргіздік, одан қалды мектепке кіру, шығу тәртібін қатаңдаттық, оларға арнайы бөгеттер қойдық деген сияқты. Осылдан бір нәтиже бар ма қазіргі таңда? Сұрағыңызға рахмет. Жалпы құқық бұзушылықтың саны туралы, зорлық-зомбылықтың саны туралы айтқан кезде, егер біз соңғы 10 жылдық динамиканы алып келетін болсақ, динамика жыл сайын төмендеп келе жатқанын байқаймыз. Десек те, бұл жерде мәселе тек ол динамиканың төмендетуге байланысты емес. Бізде осы қоғамдағы балаларға қатысты құқық бұзушылық пен зорлық-зомбылықтың, буллингтің жою мәселесін алдына қойып отырмыз. Яғни қазір біздің қоғамымыз бұл мәселеге ерекше назар аударып отыр. Балаларға деген көзқарас, олардың келешегіне тұлға болып қалыптасуына деген көзқарас ерекше. Сондықтан біз бұл жерде тек қана бұл құқық бұзушылықтардың санын азайту бағытында жұмыс жасамаймыз. Оны тұтасымен қоғамнан аластату, яғни біздің қоғамымызда балаларға қатысты кез келген құқық бұзушылықтың, жәбір көрсетудің жаңағы жат қылық ретінде танылуына бағытында жұмыс жасайтын боламыз. Кешенді жұмыс жоспардың
қабылданғаны на бір ғана апта болды. Ол енді әрекетін бастайды. Көптеген іс-шаралар ашығын айту керек, қазірдің өзінде іске асырылып бастады. Оны өздеріңізде өңірлерден қосылу кезінде байқадыңыздар. Біздің әріптестеріміз өңірде осы іс-шараның, жоспарда көрсетілген іс-шараның іс жүзіне асып жатқандығын баяндап жатыр. Нәтижесін біз енді көретін боламыз. Сіз қауіпсіздік жүйелерімен қамтамасыз ету бойынша жасалған жұмыстар туралы да сұрадыңыз. Жыл басынан бастап жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде жалпы еліміздегі мектептердің қауіпсіздік жүйесімен қамтамасыз ету деңгейі 2 есеге дейін артты десек болады. Бұл мәселеде өзінің жемісін алдағы уақытта міндетті түрде береді деп санаймыз. Мектептерге бейнекамералар орнату, жаңағы дабыл нүктелерін орнату деген сияқты жұмыстардың барлығы қазіргі күнде өңірлерде толық орындалды деп айтуға болады. Рахмет. Рахмет. Первый канал Евразия. Парфенова Мария. Здравствуйте. Мой вопрос адресован Семе Тимкеновне. Собственно, не так давно детский омбудсмен она представила 50 инициатив, да, вот так скажем, поправок, законопроект относительно того, как можно защитить наших казахстанских детей от насилия. Конкретно там очень много мер по ужесточению наказания. И один из пунктов, который нам показался очень интересным, это введение статьи «Приставание сексуального характера к несовершеннолетним». Потому что в последнее время очень много появилось скандальных видео, где там причинными местами в автобусах к детям прислоняются и так далее и тому подобное, зажимают в подъездах. Так вот, первый мой вопрос. Если все-таки такую статью получится ввести, кто будет обязан собирать доказательную базу, на ваш взгляд? Пострадавшая сторона или полицейские? А второй вопрос я задам после вашего ответа. Спасибо. Ну, во-первых, я хочу сказать о том, что данный законопроект, он будет официально представлен в Мажилис, и затем будет полное его обсуждение. Потому что такой законопроект, касающийся именно защиты прав детей, здесь должны принимать участие, все общество должно принять участие, высказать свое мнение. Поэтому, я думаю, сейчас говорить конкретно уже вот, об вот этих вот пунктах, о которых вы говорите, об вот этих предложениях, я думаю, еще рановато, но мы хотелось бы послушать мнение и родителей, и в целом педагогов, родительской общественности. Поэтому я думаю, что мое мнение сейчас, именно отдельное свое мнение, вот я, во-первых, по всем вопросам, которые были затронуты и которые будут в какие-то законодательные акты внесены изменения, они все касаются детей, поэтому я думаю, что в первую очередь они все своевременные. Но конкретное решение и уже принятие, это будет, конечно, и мажилисмены будут принимать участие, все мы. И все-таки второй вопрос я задам, но вдруг все же вы ответите. В Генпрокуратуре высказали намерение на встрече, да, посещать дома неблагополучных многодетных семей, а также семей, где дети проживают с отчимом. Ну вот для там, профилактики, да, таких моментов щепетильных. Если все-таки представить хотя бы гипотетически, что да, вот это все реализуется, ну, вроде как пилотный проект в столице и в Актобе начинают запускать, то вообще как это будет происходить? Какие специалисты будут ходить по домам? Как часто? В чем заключаться будет суть этих посещений? То есть мы знаем, что некоторые наши сотрудники, может, даже и правоохранительных органов не всегда бывают 100% деликатны в этом вопросе, потому что можно же и психику там, ребенка подорвать, и посеять какое-то зерно сомнений в семью. Это же страшно. Спасибо, спасибо большое за вопрос. Очень-очень такой хороший вопрос и в то же время очень важный вопрос. Мы в городской прокуратуре, вот я тоже участвовала на этом совещании. Во-первых, значит, было проведено совещание под председательством генерального прокурора. На этом совещании выступила госпожа Закиева, уполномоченная по правам ребенка Республики Казахстан. И вот по тем вопросам, на которые хотелось бы, чтобы обратили внимание, именно и прокурорский надзор был, и полицейские наши работают, и ювенальная полиция работает. Поэтому эти вопросы были обсуждены. После, значит, в городской прокуратуре мы также, значит, проведено было совещание с участием управления образования города,
с участием ювенальной полиции, с участием секретаря комиссии по делам несовершеннолетних, с участием отдела опеки и попечительства, то есть, чтобы мы, это же коснется всех категорий, и, конечно, были прокуроры района, районов наших города, и поэтому вот эта работа, она будет проводиться с учетом того, о чем вы сказали, корректно, вот, кому это будет поручено, какому участковому или это ювенальная полиция, эти вопросы буквально вот сейчас решаются до начала этой работы. Поэтому все уполномоченные органы будут принимать участие. И, конечно, мы высказали мнение о том, чтобы психологическое состояние, психологический комфорт не был нарушен. Спасибо. Спасибо. Айгерим, у вас вопрос, пожалуйста. Также Первый канал Евразия, Айгерим Маздубаева. Здравствуйте. У меня вопрос к вице-министру просвещения касательно психолога. Я думаю, что все мы помним о том, что нужно было повысить статус педагога, да, с 2018 года об этом активно говорят. Меня интересует работа психолога, то есть теперь, ну, получается, что на них больше ответственности, что их будет в штате в ближайшем времени больше в каждой школе. Будет ли повысят ли статус именно психолога? Какая на сегодняшний день заработная плата у них? И будут ли они проходить какую-то аттестацию? То есть они будут как психологи или больше как педагоги? Спасибо за вопрос. Сейчас сказать, что у психолога ответственность увеличится, нельзя. Мы будем конкретизировать их ответственность. То есть они точно будут заниматься тем, чем они должны заниматься. Касательно статуса, мы считаем, что у них должен быть статус, где их, скажем так, рекомендации должны исполнять все органы соответствующего социального блока по здравоохранению, по образованию и по социальной защите. Если ребенок, психолог узнает, что ребенок живет в семье неблагополучной, то надо оказать, допустим, маме медицинскую помощь. Он прям приписывает соответствующее направление, что маме надо срочно оказать, и органы здравоохранения этим вопросом должны заниматься. Или отец, допустим, давно и долго не работает, и психолог должен направлять соответствующий сигнал, информацию с органов социальной защиты, чтобы они это учли в своей работе. Вот в таком алгоритме мы видим работу психологов, школьных психологов. Тем не менее, мы сегодня видим, что школьных психологов на сегодня никто централизованно не координирует. Появится центр психологической службы, которые будут координировать работу психологов. И мы считаем, это и есть повышение статуса. У них появятся конкретные четкие полномочия. Что касается зарплаты, конечно, сегодня психологи получают около 200 тысяч тенге. Мы к этому добавляем плюс психологические часы, то есть имеются часы психологические, и они за эти часы дополнительно будут получать. Постепенно этот вопрос тоже на повестке дня стоит. Мы будем совместно с уполномоченными государственными органами поэтапно решать все вопросы. Так, что я хотела только что? Еще главное в голове было? А, вот. Можно сейчас спросить у вас, знаете ли вы примерно в среднестатистической школе Казахстана, сколько раз в год или в месяц или в четверть школьники обращаются к психологу, именно самообращение? И как думаете, это к первому вопросу, увеличится ли после данных нововведений количество обращений, именно самообращений к психологам от учеников? Угу. Очень хороший вопрос. Мы с двух сторон подходим к этому вопросу. Мы здесь, когда презентовали комплексный план, поговорили про внутришкольный учет. Это означает, что мы проактивно будем выявлять детей, которые нуждаются в помощи, психологически в том числе. И эти психологи будут заниматься, школьные психологи и социальные педагоги будут заниматься. При этом
те учащиеся, которые обращаются о помощи, мы обязательно тоже, то есть, естественно, этот, на сегодня прямо конкретно учет, мониторинг, сколько детей в каждой школе обращается, такого нету, а мы в презентации рассказали о том, что хотим и планируем цифровизовать работу психологических служб в школах, ну, это нам даст конкретную вот информацию. И эту информацию мы включим, интерактивную карту, которую мы рассказали. В разрезе школ, в разрезе районов, городов нам это покажет реальную картинку. И это позволит местным исполнительным органам принимать системные, конкретные решения, планы мероприятий по данным вопросам. Второй вопрос как раз касательно интерактивной карты. Я не до конца поняла, как это все будет внедрено. То есть это цифровизированная какая-то карта, где будет по регионам все отмечено, там, сколько учеников, сколько там в зоне риска, или как вы все это себе представляете, и когда она будет введена уже? Работа по разработке цифровой карты уже начата. Отдельные модули, которые необходимо нам, чтобы собрать информацию, уже разрабатываются на базе НОБД. Плюс к этому я рассказал, что источником информации для формирования, разработки цифровой карты будем получать из действующих информационных систем государственных органов. Это информационная система органов прокуратуры, внутренних дел, Министерства здравоохранения и социальной защиты. То есть вся информация, которая касается благополучия детей и детей в целом, их правонарушений в отношении них и которые совершены детьми, вся информация будет стекаться на одну базу и в разрезе отдельных школ, организаций образования и в разрезе районов, городов будем видеть прямо в интерактивном формате проблематику. Кому будет доступна эта карта? Эта карта будет доступна государственным органам, которые будут решать эти вопросы. Но решение сейчас очень актуально и является очень эффективным, сами знаете, принятие решений, основанных на достоверных данных. То есть может ли это работать так, что, допустим, психолог сказал, что у данного ребенка, допустим, есть какие-то проблемы там, жизненные там, и так далее, и потом его включают в эту карту или как? Мы говорили про внутришкольный учет, то есть каждый ребенок, у кого появился, допустим, поведенческие изменения, мы будем включать туда ребенка. Оно и также появится в интерактивной карте. И потом в конце года, если у него состояние улучшилось, его по из этого случаю, внутри... мы рассказали также про кейс-менеджмент. Да? Кейс-менеджмент предполагает, что по каждому ребенку, по каждому будет приниматься индивидуальный план. И индивидуальный план будет сопровождаться, реализовываться до того, как вся проблема у ребенка решится. То есть будем сопровождать. За Спасибо. Этот индивидуальный план будет отвечать администрация организации образования. Спасибо большое. Рахмет. Можно дополнить по этому вопросу, Эдиль Сабырович, к вашему сказанному? Я что хотела сказать? О том, что вот внутришкольный учет и работа с ребенком заключается не только с ним, а идет полностью комплексная работа с семьей, с родителями. Психолог проводит свою работу, социальный педагог проводит, классный руководитель проводит, заместитель директора школы по воспитательной работе подключает этого ребенка и семью в мероприятия школьные. То есть и потом в конце года учебного, если это вот на год учебный достаточно, видят, что есть изменения в поведении ребенка, есть изменения в семейных вопросах, то есть семья стала более активная, более такая уже как-то настроенная именно на то, чтобы с ребенком поддерживать отношения. Тогда общая вот эта вся работа дает возможность, обсудив, снять с учета ребенка.
Вот это очень важно. Спасибо. Также к этой работе будет подключен не только, вот Асима Тимкина рассказала про те, которые работают вокруг школ, да, другие службы, социальные службы, органы здравоохранения, органы внутренних дел. Каждый по своей компетенции будет помогать семье, ребенку, чтобы вывести этого ребенка и семью из зоны риска. Предполагаемая цифра, сколько таких детей будет в данной карте? Пока прямо сейчас не можем сказать, но у нас есть, ведется определенный учет органами внутренних дел. Около 6400 семья, да, находится на учете. Больше 6000 семей, да? Да. Все, спасибо. Это на сегодняшний день актуальная информация. Қазақстан ұлттық арнасы, Айда Ахметбек. Баршаңызға қайырлы күн. Мендегі сұрақ, осыдан екі ай бұрын Алматы қаласында балабақшада болған жағдайға байланысты. Жалғыз басты ана өзінің әлеуметтік желіде бұл туралы жарыса жазып жатыр, білесіздер деп ойлаймын. Сол мәселе бойынша тергеп тексеру жұмыстары жүргізілді ме? Шара қолданылды ма балабақшаға? Осы туралы айтасыздар ма? Алматы қаласындағы жеке балабақшада орын алған жағдай туралы. Қателеспесем маусым айында. Ол мәселе бойынша біз енді айтап айтуымыз керек. Осындай балаларға қатысты орын алып жатқан барлық оқиғалар бойынша ақпаратты біз алып, оны тұрақты бақылау жүргізіп отырамыз. Десек те, біз атап айтуымыз керек. Мұндай құқық бұзушылықтар орын алған кезде құқық қорғау органдары өзінің жаңағы құзыретіне сәйкес тергеу тексеру жұмыстарын жүргізеді. Сол жұмыстардың нәтижесі бойынша ғана хабарлап айта аламыз. Дәл қазіргі күні осы жаңағы қылмыстық іс қозғалып тергеу жүргізілуде. Бұл жайлы жалпы хабардар сіздер, иә? Әрине, әрбір факт бойынша хабардармыз. Ал бұл болашақта жаңағы орын алмас үшін? Біздің мынау комплексный планымыз, кешенді жоспарымыз дәл осындай проблемаларды әрқайсысын жеке емес, жүйелі түрде шешуге бағытталып отыр. Бұл жерде кешенді деп айтылатын себебіміз, бұл жерде мемлекеттік органдардың құзыретіне қатысты мәселелерде, қоғамдық сананы өзгертуге қатысты мәселелерде, жалпы балалардың тұрмысының өмір сүру жағдайын өзгертуге байланысты мәселелерде барлығы да қамтылып отыр. Бүгінгі күні балалардың бойындағы өзгерістерді ескеріп отырмыз, әлемдік тенденцияны ескеріп отырмыз, мынау ғаламдық жаһандану дәуірі, интернеттің әсері үлкен кезең, осы барлық факторларды ескере отырып жасалған кешенді бір құжат болып отыр. Осы құжаттан күтеріміз үлкен. Осы сіз айтып отырған мәселелердің барлығын жүйелі шешуге бағытталады деп. Бұл жерден баланың ешқандай қатысы жоқ, педагогтерге байланысты, жалпы тәрбиелеушілерге байланысты бір. Әрине, бұл жерде әрбір құқық бұзушылықтың түбін тексеріп қалатын болсақ, міндетті түрде бір кінәлі азамат бар. Ол оған қатысты тергеу тексеру жұмыстары жүргізілгеннен кейін ғана біз баяндап айта аламыз. Рахмет. Мақпал Орынбек Бақкезеттен өзінің сауалын жолдапты. Соңғы 1-2 жылда күн сайын балаларға қатысты жасалған зорлық-зомбылық, не бір жаға ұстатар сұмдық жайттар көбейіп кетті. Зорлық-зомбылыққа байланысты ұлттық комиссия бар екен. Әсіресе зорлық-зомбылық оқиғалары көп орын алатын оңтүстікте. 2017 жылы тұрмыстық зорлық-зомбылықсыз Қазақстан атты жоба жасалыпты. Олардың атқарған жұмыстары туралы сіздерге не белгілі? Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты аталып өткен іс-шаралар жоспары бұл оқу ағарту министрлігінің құзыретінен тыс. Ол жалпы отбасындағы қоғамдағы зорлық-зомбылыққа қатысты қабылданған құжат болатын. Десек те, біз осы іс-шаралар, кешенді іс-шаралар жоспарынан бұрын да балаларды қорғауға бағытталған білім саласындағы өкілетті органның арнайы құжаттары болғанын атап өтуіміз қажет. Ол құжаттардың барлығы өзінің миссиясын атқарған құжаттар. Оның кезінде, әрбір кезеңде өзінің алдына қойылған міндеттерін атқарған, яғни өздеріңіз білесіздер, жол картасы болды. Ол жол картасының негізінде елімізде алғаш рет буллинг түсінігі заңнамаға еніп, оны шешудің әдістемелік тәсілдері қабылданды. Дәл осындай әрбір құжат өзінің кезең-кезеңмен міндетін атқарып жатады. Рахмет. Келесі сауалды неге кезеңден Маржан Сәбет жолдапты?
Алматы облысында 4-ші сынып оқушысы дәрішіп өз-өзіне қол жұмсамақ болды. Анықталғандай бала мектепте қатарластарынан зәбір көрген екен. Талғар ауданының прокуратурасы мектеп оқушысын қорлауға жол берген аудандық білім бөліміне мектеп әкімшілігіне сынып жетекшісі мен психологты жазалау туралы ұсыныс енгізген екен. Жәбірленуші баланың анасы өзіне мектеп директорының істі жабу үшін ақша ұсынғанын да айтты. Бұл мәселеге қатысты пікір білдірсеңіздер, балаларды зорлық-зомбылықтан қорғау, суицидтің алдын алу бойынша жаңа шаралар болашақта осындай келеңсіздіктердің алдын алуға толық кепіл бола ала ма? Осындай өкінішке орай келеңсіз оқиғалар кездесіп жатады. Осындай жағдайларды болдырмау үшін, балаларымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін министрліктің атқарып жатқан шаралары туралы баяндап отырмыз бүгін. Оның бірі біз қабылдап отырған кешенді жоспар. Сонымен қатар мектеп білім беру ұйымдарындағы қауіпсіздік жүйелерін жетілдіру бойынша атқарып жатқан жұмыстар. Ал нақты сіз атап өткен жағдайға қатысты келетін болсақ, бұл құқық қорғау органдары тиісті тергеу амалдарын бастап жұмыс жүргізуде. Министрлік тарапынан оқиға орын алған күннен бастап арнайы комиссия жұмыс жасауда. Бүгін өздеріңіз куә болғандай, дәл сол оқиға орын алған мектепте министрліктің тәрбие ісі жөніндегі департаментінің басшысы кешенді жұмыстарын ұйымдастырып жүргізіп жатыр. Жалпы осы жағдай біздің бақылауымызда болады. Рахмет. Мүрият Асқарбекқызы, қосарыңыз бар ма осы сұраққа? Тағы да, иә, қосарым бар. Дәл сол мектепте отырмыз. Қазір міне қасымда аудандық білім бөлімінің басшысы барлығы да отыр. Жаңағы сіз айтқан тақырып бойынша бұнда іс қозғалып, өзі тергеу тексеру мәселелері жалғасын табуда. Және де қазір оқу ағарту министрлігі тарапынан әр ата-анамен, оның ішінде жәбірленуші жақтан да және де сол өзі екі баланың ата-анасымен де қазір таңда кездесіп тікелей жұмысты жүргізіп жатырмыз. Алдағы уақытта сіздерге нақты сол тергеу тексеру қорытындысы бойынша мәлімдейтін боламыз. Яғни оқу ағарту министрлігі қазіргі таңда дәл осы мектептің қабырғасында отырып сіздерге жұмысты көрсетіп отыр. Рахмет. Рахмет. Маржанның екінші сауалы. Өгей әкесімен тұратын балалардың отбасыларын тексеру туралы мәселе бас прокуратурадағы ведомствоаралық кеңесте айтылды. Бұл ұсыныс толық жүзеге аса ма, әлде ұсыныс күйінде қала ма? Жалпы біз оқу ағарту министрлігі тарапынан айтарымыз, бұл балалармен айналысамыз, балалардың құқығын қорғау мәселесімен айналысамыз. Өгей әкелермен тұратын отбасыларды тексеру туралы мәселеге қатысты жаңа Асима Темкенова Астана қаласында жүргізіп жатқан жұмыстар туралы айтты. Біз осы ұсыныстарды өз құзыретіміздің шегінде қарап, әрі қарай қарастырып көретін боламыз. Ресми түрде бұндай ақпаратты әлі бізге келіп түскен жоқ болсыңыз. Рахмет. Хабар 24 арнасы Ануар Абдрахманов өз сауалын жолдапты. Сейчас внедряется опыт Нью-Йорка. На законодательном уровне внесли поправки, чтобы строители внедряли в окна блокаторы. Там 4 направления. Почему ни один орган не отвечает за это? В МВД сказали, что они не отвечают. Есть ли в планах ужесточать наказание родителей за такие случаи выпадения детей из окон? Да, действительно, Министерство просвещения поддерживает такую инициативу. От депутата поступил законопроект, который, в котором предусмотрена установка блокирующих элементов или окон при строительстве, при проектировании. Мы этот вопрос поддерживаем. Сейчас готовится заключение правительства. И этот вопрос будет обсужден на стенах мажилиса. Асем Гумарова, Лос-Медиа, с нами на прямой связи. Здравствуйте. Ну, вы уже сами сказали, что дети у нас абсолютно бесправные в вопросах насилия. Но скажите, пожалуйста, вот смотрите, у нас в стране есть законы, да, типа нельзя бить детей, это понятно, но у нас никого не наказывают за избиение собственных детей, там только могут лишить прав, но когда уже ребенку окончательно психику испортили.
ну, родители, они же не могут сами на себя написать заявление. И по итогу детям ничего не остается, как терпеть и доходить до суицидальных мыслей. Как вы можете это прокомментировать? Что вы сделали для решения этой проблемы на сегодняшний день? Потому что давайте не забывать, что и матери, и отцы тоже могут быть тиранами. Если разрешите, то я подключусь. Я бы хотела знать ответ вице-министра. Председатель комитета по защите прав детей тоже является представителем Министерства просвещения. Конечно, мы осуждаем насилие в отношении каждого ребенка со стороны кого-либо не было это сделано. К сожалению, встречаются такие факты. По каждому факту при выявлении мы направляем материалы в органы, правоохранительные органы, и принимаются соответствующие меры. Это алгоритм предупреждения таких правонарушений имеются. Это относится к части семейного насилия. И есть законы и алгоритмы, все они работают. Если вам известно какой-нибудь такой факт, можете нам сообщить, мы сразу же будем принимать меры. Наш Жамбек Новый хочет если добавить, да? Я все-таки дополню ответ Идил Сабырыча. Я хотела бы акцент сделать, что, безусловно, каждый случай необходимо рассматривать отдельно. Кроме этого, существуют нормативно-правовые акты в рамках административного кодекса, где предусмотрена мера по наказанию родителей. Второй момент. В рамках комплексного плана, если вы обратили внимание, будет существовать единый колл-центр 111, куда сможет ребенок в любое время суток, дня и ночи позвонить, обратиться за помощью, объяснить ситуацию, получить юридическую помощь, психологическую помощь, педагогическую помощь и другую, и медицинскую помощь, и социальную помощь в рамках этого колл-центра. Поэтому, рассматривая комплексный план, предусмотрели мы с разных сторон возможные ресурсы для реальной помощи и защиты прав детей. Спасибо. Решаете это вопросы ситуативно, типа если уже пожаловали, тогда будут разбираться, и то вы говорите, там юридически будут оказывать помощь, но опять-таки, ну ребенок, допустим, даже 16 лет нет, он не может же написать заявление, ну, родители должны писать, они не будут сами на себя писать. Так получается, что у нас насилие бытовое в семье, оно повсеместно, и люди даже не считают это насилием, ну побили ребенка, и что теперь, и у нас это даже никак не решается, вы считаете это нормально? Уважаемые журналисты, ни в коем случае я бы четко свою позицию определила, что в нашей стране существуют жесткие меры защиты прав детей. И в этом вот конкретном случае, о котором вы говорите, в рамках 111-го не нужно писать заявление, достаточного одного звонка. В рамках психологической службы, той трансформации, которую мы предусматриваем, достаточно обращения. Никакого писания заявления отдельного документа нет необходимости. Здесь очень важна, понимаете, активная позиция нас всех. В данной ситуации, если касается ребенка, услышали крик ребенка, плач ребенка у соседей. Не нужно молчать. Это не неудобная ситуация, это ситуация, когда нужно обратиться. У вас что, в дверях не написан телефон участкового? Или вы не знаете звонка в школу? Или вы не знаете, как обратиться в чат? Или... Существует огромное количество ресурсов. И я абсолютно уверена, что когда касается вопроса защиты прав ребенка, безусловно, ни один государственный орган, ни один местный исполнительный орган не останется равнодушным. Поэтому просто пустословно говорить об этом нельзя, коллеги. И вот в данной ситуации, обращаясь к журналистам, я хотела бы поблагодарить их за вот эту активную позицию. Случается ситуация, заявляется это во все возможные СМИ и сети. И самое главное здесь, я еще раз неустанно повторяю, коллеги,
Самое главное, не фотографировать, не указывать фамилию, не указывать место жительства и школу. Ну, надо понимать, ребенок растет, судьба его в ваших руках. Поэтому здесь этот момент нужно учесть. А что касается бездействия госорганов в вопросах защиты прав детей, я абсолютно с этим не согласна. И обратите внимание на обсуждение комплексного плана по защите прав детей. Посмотрите, какое количество государственных органов, какое количество неправительственных организаций, международных организаций были вовлечены в обсуждение, и не было такого равнодушного отношения к этому плану. Поэтому я очень надеюсь, что и журналистское сообщество здесь будет иметь свою самую активную позицию. Я очень надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Спасибо большое. Второй вопрос, Асем. Именно юридический вопрос. Если будут родители привлекать к ответственности, по какой статье? Будет уголовный кодекс или административный? В зависимости от степени, и это будет определяться в рамках, скорее всего, уголовного дела. Если это административное, то это 141 статья административного кодекса, если это уголовное, то 140, ну и так дальше. То есть мне комментировать, конечно, это сложно, поскольку это все-таки юриспруденция, сфера юриспруденции. Спасибо. Второй вопрос про буллинг. Также хочется узнать, что вы с этим делаете, потому что на Западе в некоторых странах существуют школьные инспекторы, карта безопасности, руководство несет ответственность прямую за неуважительное отношение к ученикам. Когда у нас директоры тоже будут нести прямую персональную ответственность за буллинг и травлю? Потому что у нас такие случаи, когда директоры несут ответственность, они единичные. Чаще всего по итогу наказывают какого-то охранника, который не проследил за что-то. Вот это тоже хочется узнать. Отличный вопрос. А хочу сказать, что первой строчкой в должностных обязанностях руководителя организации образования написано ответственность за жизнь и здоровье ребенка, детей, обучающихся. Поэтому здесь прямая ответственность первого руководителя. Она уже предусмотрена, я хотела сказать. Она уже предусмотрена. Спасибо, Асем. Именно психологический буллинг, он уже будет рассматриваться именно как угроза жизни и угроза здоровью. Психологическое давление. Еще раз уточните. Так плохо слышно. Психологическое давление, то есть теперь приравнивается к угрозе жизни и здоровью. Если этот случай фиксируется в школе, вы имеете в виду? Да. Безусловно, за это тоже несет первый руководитель. Это прописано как в трудовых функциях, так и в наших приказах. Спасибо. Жанар Сердалина. Почему школы и департаменты образования не передают из Акимат в прямое подчинение Министерству просвещения? Это позволило бы усилить контроль за безопасностью учащихся и повысить дисциплину педагогов. Данный вопрос нами не рассматривается. Есть у нас в государстве четкая иерархия подчиненности государственных органов и учреждений. То есть за школы и организации образования, которые находятся на территории региона, отвечает регион. Соответственно, все министерства определяют политику в данной сфере. Поэтому, комментируя данный вопрос, могу сказать, что такой вопрос, такая передача вертикаль управления не рассматривается на сегодняшний день. Астана телеарнасы Жанар Кожанова. Қазақстанда өгей әкесімен тұратын барлық баланың отбасы тексерледі. Қазір осы жоба бойынша министрлік тарапынан қандай жұмыстар жүріп жатыр? Басталды ма? Қазақстанда қанша бала өгей әкемен немесе анамен тұрады? Статистика бар ма? Жаңа айтып өттіңіз, тағы қосарыңыз бар ма? Жаңа айтып өттім. Бұл мәселе бойынша министрліктің тарапынан ешқандай жұмыс жүргізіліп жатқан жоқ. Тағы да қосып айтатын, Қазақстандағы өгей әкелердің статистикасын министрлік жүргізбейді. Ондай статистика жоқ. Біз балалармен, балалардың құқығын қорғаумен айналысамыз. Арнайы қорғауды қажет ететін балалардың, ерекше назарды аударуды қажет ететін балалардың саны туралы мен атап өттім. Ондай семьялардың саны жалпы ішкі істер органдарының ақпаратына сәйкес 6400-ге жоқ. Және онда 10 мыңнан астам балалар тұрады. Ол балалар біздің ерекше бақылауымызда, ерекше қамқорлығымызда.
Сұрақ балалардың құқықтарын қорғау комитетіне жіберіпті. Жалпы өгей әке немесе анамен тұратын балалардың тұрмысы қалай қадағалынады? Өгей ата-анаға қатысты шағым көп пе? Балалар көбіне қандай зорлық көреді? Бүгінгі күнге дейін өгей отбасындағы балаларға бақылау жүргізілді ме? Қосарыңыз болса. Жоқ, қосарым жоқ, поскольку ответ уже предоставлен и полноценный, мне кажется. К сожалению, мы не ведем статистику по отчимам. Мне кажется, это не очень правильная ситуация. Единственное, что у нас на контроле 6,5 семей, нуждающихся в нашем внимании. В нем проживают порядка 10 тысяч детей, которых мы обеспечиваем образованием дополнительным, охватом дополнительным образованием, кружками, секциями для того, чтобы помочь и отвлечь детей от тяжелой ситуации в семье. Рахмет. Четвертая власть инфо, Асель Сайлобай. С нами на прямой связи. Здравствуйте. Слышно? Вас слышно, да. Добрый день. Вот вы озвучили о том, что вы привлекаете неправительственные организации для помощи в оказании психологической помощи и так далее. Астанинский, насколько я знаю, ЦПГИ ежегодно объявляет различные гранты. Это по борьбе с насилием, оказание психологической помощи, открытие психологических центров. На это потрачено не один десяток миллионов за эти годы. Но, как говорится, как с наркоманами, чем больше с ними борешься, тем больше проблем. То есть ежегодно мы видим, что ситуация ухудшается. За последние два дня мы получили информацию, это только официально, что двое детей было изнасиловано, один потерпел буллинг, да, вот в Алматинской области. Насколько проверяют психологов тех организаций, которые выигрывают гранты по оказанию психологической помощи. Кто-нибудь проверял их квалификацию? Приходили ли представители с управления образования? Участвовали ли они на каких-либо встречах, когда психолог оказывает поддержку там, семье и так далее? Мы как-то выезжали с департаментом полиции, и там был представитель одного из НПО, который выиграли грант, для работы с родителями, которые оказывали физическое воздействие на своих детей. Ну, со стороны я понаблюдала, я не увидела качественной работы, и тут же она съехала, скажем так, грубо, и попросила их прийти в личный к ней кабинет, чтобы она с ними индивидуально поработала. То есть при людях она не смогла с ними отработать. Какая работа ведется вот по наблюдению? То есть выделяется столько денег для того, чтобы была оказана поддержка государству, ну, и детям, да? То есть так как специалистов очень мало государственных, и для этого же их и привлекают. Кто-нибудь их проверяет? Спасибо, Асель, мы приняли ваш вопрос. Спасибо, Асель. Я попробую ответить на этот вопрос. Учитывая, что Министерством просвещения не проводятся такого рода государственные закупки, скорее всего, это касательно местных исполнительных органов. И я однозначно точно знаю, что существуют технические спецификации и требования, и, соответственно, разыгрывается между теми, кто соответствует этим компетенциям и требованиям в рамках госзакупок. Что касается психологических служб, то я уже ответила, что есть ряд мероприятий, инициатив в рамках трансформации, и в рамках трансформации психологических служб педагогов, психологов предусматривается аттестация самих педагогов, психологов в рамках наших нормативно-правовых актов, где определяется его компетенция, где определяется его квалификация и уровень профессиональных знаний и навыков. Поэтому этот вопрос у министерства на контроле. Для этого существует ряд нормативно-правовых актов, которые могут определить уровень квалификации педагогов-психологов. Можно я еще добавлю, да? Я спросила совсем о другом. Кто контролирует и вообще контролирует ли тех, кто выиграл грант, их квалификацию? Я уже прослушала о государственных ваших представителях и так далее, что вы их курируете. Но именно с вашей стороны, получается, нет никакой проверки в отношении тех психологов, которые работают с нашими детьми. Так получается? Асель Ханова, вы сейчас затронули тему насчет ЦПГИ, же Центр поддержки гражданских инициатив.
Все гранты, государственные гранты, которые реализовываются Центром поддержки гражданских инициатив, их разыгрывает, то есть это Министерство информации и общественного развития. Оператором является Центр поддержки гражданских инициатив. Это они организовывают эти гранты по республике. Вы очень совершенно правы в том, что у нас есть на сегодня по республике именно грант, это республиканский проект по психологическому сопровождению, да, касательно подростков. Были такие гранты, его выиграл НПО, честно не могу сказать, какой НПО, но хотела бы отметить, что мониторинг реализации этих грантов возложен на сам Центр поддержки гражданских инициатив. Те профильные министерства, которые работают в качестве на основании меморандума с ними, они, к сожалению, как бы не вхожи в сам процесс реализации этих проектов. То есть сам процесс реализации и мониторинг, он возложен на Центр поддержки гражданских инициатив. Это у них нужно спрашивать, как они на сегодняшний день мониторят именно реализацию данного проекта. Спасибо. И второй вопрос. Смотрите, конкретный случай с вашими, раз вы говорите о своих специалистах, я перейду тогда на чиновников. Недавно, в прошлом году был случай, когда социальная служба отобрала у одной женщины детей, передала супругу с акимата, представители, да, госучреждения. Они даже не обратили внимания на показ, что супруга показала справку, что ее муж психологически не совсем здоров, что психолог поставил ему агрессивность, что он бил детей, и все, из-за этого они развелись. Однако же ваши сотрудники все равно по заявлению отца забрали детей и передали, у супруги забрали детей, передали бывшему супругу. Затем, когда она захотела забрать своих детей, обратилась в социальную службу, социальная служба ей сказала, это уже не наши проблемы, идите судитесь. Они в течение 6 месяцев судились, и кое-как удалось доказать, что ее муж агрессивный и психически нездоровый. Как так получается, что ваши сотрудники так халатно относятся? Ребенка забрали, не посмотрели даже документы, а потом просто-напросто отключили телефон и перестали отвечать на звонки. Мы сами присутствовали при всем этом, обращались в акимат, нас, скажем так, отшили, сказали, это не ваше дело, не вмешивайтесь. И участвуя на судах, там, благодаря суду, удалось нам всем доказать, что он несостоятельный и что дети не могут с ним находиться. Дети с ним находились с психически нездоровым человеком почти 6 месяцев. Это, как сказать, с вашей стороны сотрудников, халатность или недалекость? Спасибо большое. Относительно второго вопроса я бы хотела прокомментировать следующим образом, что отбиранием детей из семьи занимается опека и попечительство местных исполнительных органов. Я бы очень хотела с вами после конференции связаться для того, чтобы точечно отработать эту ситуацию, поскольку я о ней ничего не знаю, первый раз слышу. Но хотелось бы довести это дело до конца, поскольку здесь явно нарушен алгоритм, ритм работы опеки и попечительства. Это первое. И в продолжение первого вопроса, если можно, я также свяжусь с вами после конференции для того, чтобы сделать письменное обращение относительно работы психологических служб при работе с детьми. То, о чем вы говорите. Поскольку это вопрос защиты прав детей, здесь равнодушным отнестись никак нельзя. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Егемен Қазақстан газеті, Елгімай. Сұрағыңыз бар ма? Сұрағы жоқ, я. Қазправда, Самат Бейсенбаев. Сұрағы жоқ екен. Онда құрметті спикерлер, осымен тамамдаймыз. Уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс айтамын. Жұмыстарыңызға рахмет. Әріптестер, аман сау болыңыздар.